Друзья, всем привет! Сегодня я нашел для вас достаточно интересную платформу, на которой можно заработать. Называется она Ubit. И данная платформа предназначена как для людей, которые хотят заработать, так и для людей, которые раскручивают свои какие-то социальные соцсети, аккаунты. Это и Facebook, и Twitter, и YouTube, и Instagram, ну и так далее. Проект мне показался достаточно интересным, поэтому давайте познакомимся с ним более подробно. Ну а для этого перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы и на сайте проекта www.ubit.com. Ссылочку я обязательно оставлю в описании канала, также оставлю ссылку на их соцсети. Это в основном у нас Telegram. Там вы сможете задать им свои вопросы, если вам что-то будет непонятно. Итак, мы немного вообще пробежимся по сайту, ну а далее я покажу, как нужно зарегистрироваться на данной платформе и с чего здесь начать, чтобы зарабатывать. Итак, о чем данная платформа? Ну, я уже сказал в двух словах. Здесь можно будет зарабатывать на том, чтобы ставить лайки, комментировать все различные видео, посты, и за это вам будут платить. Итак, имея более 10 тысяч деловых партнеров из различных социальных соцсетей, Facebook, YouTube, Twitter и так далее, они помогают знаменитостям и другим частным лицам или различным компаниям получать лайки, ну а также подписки на свои аккаунты. Компания набирает официальных членов, чтобы помочь им, предпринимателям и знаменитостям, получать больше лайков и подписчиков на их социальных соцсетях. Ну и, соответственно, нам за это будут платить. Мы можем зарегистрироваться на данной платформе и зарабатывать. Здесь фотографии людей, которые уже зарабатывают с данной платформы. Да, то есть людей действительно много. Люди из разных стран, по всему миру. То есть неважно, в какой стране вы живете, вы можете зарабатывать на данной платформе. Три простых шага, чтобы начать зарабатывать. Зарегистрируйтесь на платформе, выполняйте задания и получайте вознаграждение. То есть здесь у нас все расписано, сколько можно зарабатывать. Но мы с вами посмотрим это на примере, на самой платформе. То есть модели распространения. Мы помогли более 150 миллионам блогерам и так далее. Здесь о проекте также имеется видео. Итак, с чего же начать? Под видео будет ссылочка на регистрацию. Переходите по ней и попадаете непосредственно в такую платформу. Здесь нам необходимо зарегистрироваться. Первое. Мы указываем, из какой мы страны. То есть, выбирая нашу страну, мы указываем Россия или еще что-то в той стране, в которой вы находитесь. Далее вводим номер телефона. Номер телефона можно ввести абсолютно любой. Любые цифры, он никак не проверяется. Главное, запомните его. Вводите любые цифры и их, соответственно, запоминаете, чтобы их не забыть. Далее у нас здесь проверочный код, который у нас на картинке. Потом мы вписываем пароль и повторяем пароль еще раз. Далее у нас здесь реферальный код. Без него зарегистрироваться не получится. Поэтому в описании будет ссылочка на данную регистрацию. Там уже она будет с реферальным кодом. Ну и нажимаем «Зарегистрироваться». Регистрация. Наша регистрация успешно произведена. Она прошла. Сразу нас встречает вот такое объявление. Давайте его посмотрим. Итак, здесь можно получить сразу же бонус за регистрацию в размере 3 USDT. Автоматическое распределение системы первым 100 участникам, приглашенным по пригласительному коду первого уровня, в то время как акция остается последней. Да? То есть первые те, кто зарегистрируется по моей реферальной ссылке, получат 3 USDT на свой баланс. А вывод здесь работает, по-моему, от 5 USDT. Но их можно заработать очень легко, выполняя задания. Это я все покажу. Также 3 задания в день у нас абсолютно бесплатно. Можно их выполнять. Далее у нас идет так называемый VIP. VIP пригласи друзей. Друзья присоединяются к VIP. Награда 12%. Доход от подчиненных заданий. Вы пригласили друзей, они выполняют задания. Вы получаете 3% первого уровня, 2% для второго уровня и 1% до третьего уровня. Здесь получается у нас 3 уровня. Сумма вывода, вот как раз таки, да, мы видим 5 USDT. Только для участников, получивших вознаграждение. То есть, можете почитать более подробно. Итак, давайте первым делом мы пробежимся по менюшке. Что здесь у нас имеется? Итак, первое. Перезарядка. Здесь мы можем пополнять свой баланс. Вот, видите, уже дали 3 USDT. Есть на балансе. Вы можете пополнить баланс. Можете вводить сумму, которую вам необходимо. Можете вручную, либо крестиком, либо минусом. Далее.
выбираем TRC USDT 20. Вот. Написано, пожалуйста, завершите оплату в течение 30 минут. Достаточно много времени дается. Вот у нас адрес 3020. Комиссия минимальная. Копируем и уже, соответственно, пополняем данный кошелек. Пополнить можем, допустим, через биржу или Binance, ну или какая-то другая биржа, либо через свой личный кошелек. То есть здесь у нас без разницы, как вы будете пополнять кошелек. Можете пополнить, как захотите. Соответственно, не перепутайте. Обязательно пополняем через TRC-20 USDT. Код другой валюты вы просто не сможете вводить и не сможете пополнить свой кошелек. Вводим только через вот то, что я сейчас сказал. Минималка тут вроде не указана. То есть, я думаю, $10-15 вполне можно пополнить. Итак, дальше у нас идет вывод средств. Здесь тоже все достаточно просто. Здесь мы видим свой баланс. Ну, допустим, вот у меня здесь 3 USDT. Как я и говорил, вывод здесь от 5. То есть мы вывести это не сможем. Здесь мы вписываем пароль, который вы придумали при регистрации. А здесь у нас USDT, наш счет. Нам необходимо создать счет. То есть, пожалуйста, введите свое настоящее имя. Пожалуйста, введите свой адрес. Да, то есть, ну, адрес на ТРК, который вы будете выводить. Вот сюда его вводим. Вставляете. И непосредственно вот сюда вводите свое имя. Далее нажимаем «Сохранить». Ну и «Вывод средств». Нажимаем «Вывод средств». И, соответственно, выводим свои средства. Следующая вкладочка – это «Отчет команды». Здесь вы будете видеть всех членов вашей команды приглашенных, кого вы пригласили, да, то есть член первого уровня, член второго уровня и, соответственно, член третьего уровня. Недельный заработок, ежемесячный заработок, ну и так далее. Здесь моя команда, здесь вводим моя команда, и здесь будет, вы будете видеть своих пользователей, баланс и, соответственно, все остальное. То есть, можно все это дело отслеживать, ну и, конечно, на этом можно также зарабатывать. Здесь есть реферальная программа, как я уже сказал, 3 уровня. На ней можно поднимать и приглашать друзей. Здесь такая вкладочка «Пригласить друзей». Вот ваш код пригласительный, можете его скопировать, ну а также поделиться ссылкой. Вот она, эта ссылочка, можете разослать своим друзьям, ну и, соответственно, заработать еще на этом. Мы нанимаем гибких людей в возрасте 25-55 людей. Все, что для вас нужно, это работать на онлайн в любое время, приглашать людей, либо выполнять различные задания. Следующая вкладочка «Скачать». То есть вы можете скачать либо на iOS, либо на Android, соответственно, установить себе и работать с телефона, не обязательно с компьютера. Можно легко работать с телефона в любом месте, где бы вы ни находились, вы сможете выполнять задания и, соответственно, зарабатывать. Далее. Это у нас учебник, да, то есть здесь показано, как что делается. Я думаю, что по моему видео вы и так все поймете, но если не поймете, то можете посмотреть данное видео, ну и, соответственно, также посмотреть, как что делается. Следующее. Это у нас о проекте, то есть он запущен в 2021 году, после 15 месяцев он провел двухстороннее сотрудничество с различными блогерами, ну и так далее. Здесь все расписано о самом проекте, и кому интересно, можете почитать. Здесь и сертификат имеется, и так далее. Ну, то, что проект законный, все это здесь описывается. Вы с этой информацией можете также ознакомиться и ее изучить. Все это имеется на их сайте. Ну и онлайн обслуживание клиентов, то есть здесь у нас человек, который вам поможет, ответит на все ваши вопросы, если у вас они возникнут. Также вы можете присоединиться в их телеграм-канал. Ссылочку на телеграм-канал я обязательно оставлю в описании под видео. Вы также можете там задавать им свои вопросы, спрашивать, расспрашивать. Вам там обязательно помогут, все подробно расскажут о данном проекте, так как комьюнити очень общительное, задавайте свои вопросы, и вам обязательно ответят. Да, то есть здесь вот выкладываются все различные новости последние о проекте, ну и так далее. То есть, если будете участвовать в проекте, то сюда обязательно заходим, подписываемся, ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Итак, как же здесь начать зарабатывать? Все очень просто. У нас имеются все различные задачи для различных соцсетей. То есть, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok и так далее. Заходим, допустим, в YouTube. Здесь у нас имеется 3 задания. Цена за задание у нас получается 40 центов. И мы можем их выполнять. То есть нажимаем «Выполнить задание» и, соответственно, выполняем. Здесь много различных заданий. Выбираем, что вы хотите выполнить. Да, то есть, ну, допустим, вот вы хотите присоединиться к YouTube, поставить лайк. И остаток 8893.
вы нажимаете «Принять», ну и, соответственно, выполняете данное задание. Достаточно все просто. Также, если вы, допустим, захотите зарабатывать больше, то есть вы можете выбрать различные VIP-1, VIP-2, VIP-3, VIP-4, либо VIP-4, VIP-5. Что касается этих самых VIP-ов, то есть они у нас платные, чтобы повысить свой уровень и повысить свой заработок, вы можете приобрести себе VIP. Итак, VIP-1, $50 его цена, стоит он $50, то есть вы будете получать за задание уже 50 центов. VIP-2 стоит $130 USDT, за задание вы уже получать будете $1.10, и ежедневных заданий уже становится бесплатных 4. VIP-3 300 USDT, $1.3, 8 ежедневных заданий, и VIP-4 $600, получается 15 заданий, и стоимость $1.40. Ну, $1.40. Ну и самое последнее крутое, это VIP-5 за $1000. Здесь получается 23 задания. Ну и, соответственно, платят они $1.60 за каждое задание. То есть, после того, как вы пополнили баланс, вы выбираете, каким VIP-ом вы хотите стать, нажимаете «Присоединиться». Вам необходимо пополнить баланс для начала. Ну и, соответственно, выбираете VIP, который вам необходим. Как пополнить баланс, я уже показывал, то есть ничего сложного нет. Скопировали адрес, вошли в свой кошелек и, соответственно, пополнили. На данной же странице мы с вами видим наш баланс, то есть 3 USDT, $3, так скажем. Если мы зайдем по реферальной ссылке и зарегистрируемся, если вы зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, то получите $3. Дальше запись о финансах, ежедневные отчеты, ну и также отчет команд. Здесь мы можем видеть, сколько мы зарабатываем. Ежедневный отчет, сколько мы здесь выполнили задач, сколько мой доход. Все это вы можете также посмотреть. Ну и отчет команд. Здесь вы можете видеть, сколько вы заработали на реферальных отчислениях, сколько людей пригласили. Также здесь необходимо вписать в свой Telegram. Учетную запись нажимаем. Чтобы предотвратить риск с учетной записью, пользователю необходимо установить свой Telegram-аккаунт. То есть сюда вписываем свой ник Telegram-канала и сохранить. Я это уже все сделал. Ну и, соответственно, зарегистрироваться. Также есть здесь учебник. Как все это делается? Берем свой никнейм. Ну, я думаю, вы знаете, где его взять. Вводите сюда и нажимаете, соответственно, «Присоединиться». То есть зарегистрироваться нажимаете и уже непосредственно заходите вот сюда. Я уже в данной группе нахожусь, все это уже сделал, ну а вам необходимо будет вступить. Также вы здесь можете задавать здесь свои вопросы. Еще раз повторяю, обязательно берите свою реферальную ссылку, приглашайте людей, вы сможете зарабатывать намного больше. Да, соответственно, просто копируете ее, оставляете где-то в соцсетях своих, либо еще где-то, делаете небольшой пост. И если кто-то будет регистрироваться по вашей ссылке, будет выполнять задание, то вы будете получать бонус. Ну что же, давайте подведем итоги. Мне проект понравился, достаточно интересно придумано. Можно выполнять различные задания в соцсетях и получать за это вознаграждение. Для блогеров тоже круто. Скачивать свои аккаунты, тем самым становиться более узнаваемым, ну и так далее. Все ссылочки на проект вы найдете в описании под этим видео. Обязательно переходите и изучайте. У меня на этом все. Вам большое спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Всем пока.